Самозанятым Самарской области помогут выйти на маркетплейс, сообщает Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары. Региональный центр «Мой бизнес» Самарской области в партнерстве с одним из маркетплейсов впервые запускает специальную услугу для самозанятых производителей, которые хотят выйти на маркетплейс, отладить процессы работы на нем и найти новых клиентов. В программу включено обучение и пошаговое сопровождение при регистрации, заполнении профиля магазина, загрузке ассортимента и отработке первых заказов. В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в Самарской области создаются все условия для роста и развития начинающих представителей бизнеса. Размещение товаров на популярном маркетплейсе – это возможность для самозанятых найти новых клиентов, увеличить продажи и вывести свой проект на новый уровень. Администрация промышленного района Самары сообщает, что решить вопросы ЖКХ поможет сервис госуслуги.дом. Это быстрый и удобный помощник. В приложении возможно передавать данные по счетчикам, оплачивать все услуги ЖКХ без комиссии, узнавать о плановых работах в доме, направлять обращение в управляющую организацию и размещают ссылку, по которой можно скачать приложение. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары напоминает, что продолжается прием документов на предоставление путевок по программе «Мать и дитя» детям-инвалидам, нуждающимся в сопровождении, в санаторно-курортной организации, расположенной в Самаре. Подробную консультацию можно получить по телефону, указанному на экране.